Хаюшки, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. Вот и вышли первые шейдеры, которые изменят ваш Майнкрафт до неузнаваемости. Ну что ж, давайте обратим внимание на облака. Облака стали просто прекрасными, и плюс этих шейдеров то, что здесь очень красивые шейдеры, и ноль лагов, друзья. Это и вправду очень хорошие и красивые шейдеры, причем они хорошо оптимизированы. Также мы видим туман, который можно присмотреться, который можно увидеть далеко. Друзья, ну, немного изменили воду, она стала прозрачной, к сожалению, она не двигается, но это не минус шейдеров, друзья, я не могу отнести это к минусу. Вот так у нас теперь выглядит лава, просто прекрасно она растекается, очень яркий свет, который я рекомендую разработчикам этих шейдеров маленько свет убавить, потому что это слишком ярко. Так же, как вы могли видеть, есть тени. Но давайте посмотрим, как у нас светится факел. Например, вот так у нас еще двигается листва. Ну и вот так у нас, друзья, светится факел. По идее, освещение прикольное, но местами оно слишком яркое. Да, просто красивый стал Майнкрафт. Очень-очень красиво. Но, к сожалению, солнце и звездное небо нам не изменили. Но это не беда, и это не мешает насладиться довольно прекрасными шейдерами, в которых, как я сказал, есть вот такие тени. Тени тоже очень классные. Ну, конечно, они не такие, как на ПК, но все же они есть. Также, к сожалению, у нас ничего не изменяется в мобах, они остаются таким же. Но, друзья, графика становится очень классной и привлекательной, которая понравится каждому майнкрафтеру. Ну, я не знаю, что можно еще сказать, друзья. Просто давайте сейчас поднимемся вот на этот холм и посмотрим еще маленько все это с высоты. Ну, а с высоты это выглядит очень-очень классно и прелестно. Ну, наверное, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.